have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Кена, проводник духов, и я, отдохнувший и немножечко успокоившийся, потому что от прошлой серии пригорело очень сильно, кроме того, что в самом начале была эта глупая загадка, потом еще попался этот кривой босс, серьезно, после него было еще три босса, и они были нормальными, да, сложными, но нормальными, но вон тот чувак... Первый босс прошлой серии, с которым мы дрались, это я не знаю, просто эталон кривизны, какие там были хитбоксы и что с ним творилось. Ну, в общем, наверное, наложилось просто одно на другое, и глупая загадка, и глупый кривой босс, и потом еще три босса подряд после него, и потом еще 5-7-10-минутная катсцена, не знаю, сколько она там шла. Могли эту историю разложить по кусочкам. Вот тебе кусочек катсцены, вот тебе босс, вот тебе еще что-то. А тут такие, на тебе 4 босса подряд, а теперь сиди полсерии, смотри мувик. Да, ладно, все, я успокоился, все нормально, все хорошо. Давайте продолжать. Это красивая, спокойная, нормальная игра. Поехали дальше. Будем медитировать. ХПшечку мы подняли. А, я вообще забыл про эту механику, что здесь есть медитация для повышения ХПшки, да. Собственно, медитация нам больше ничего не даст, кроме красивых видов и... Давайте еще посмотрим немножечко. Спокойного настроения. Это маленькая такая ирония, наверное, от разработчиков, что после всего этого хаоса тебе предлагают помедитировать. Просто я, ну, два шага не дошел в прошлый раз до этого. Я вас понял. Вы сами понимаете, что от этого у людей будет бомбить, и вы предлагаете потом помедитировать и понять, что происходит. Хорошо. Это, да. Тут вам не здесь, и это вам не там. Ладно. С этим кусочком мы закончили. Ну, конечно, мы не все нашли. Тут у нас еще где-то каким-то образом 5 тленышей валяется, 2 шляпы. Здесь. Как это... Вот здесь у нас где-то еще 6 тленышей. Вообще без понятия, где они все прячутся. Вроде как пытаюсь тщательно исследовать, но... Ладно, я думаю, что вы, когда вы смотрите, вы видите гораздо больше, чем я, когда играю и комментирую. Поэтому центральная часть у нас тоже еще много чего не исследовано. Проклятые сундуки я не буду собирать, это я вам сразу говорю. Ну, то есть я буду делать на них одну попытку, но не больше. Потому что оно еще и на время, это все криво работает, не хочу. Где? А, вот ты где. Пробежал. Я такой, я внимательно все исследую, пробегая прямо мимо телепортации. Где? Да, можете меня шпинять за это в комментах. Хорошо, поехали обратно в деревню. Я так понимаю, что одного духа мы полностью упокоили, или успокоили. Что у нас по улучшениям? Кстати, раз уж на то пошло. На него нужно 300. 3 сотни, хорошо. Доступно улучшение. Начните схватку с одним тленным действием. Как вариант, можно, наверное. Я подумаю. Так, доступно улучшение. Это у нас скорость, это у нас контратаки. Не знаю, такое себе. Мультивыстрел по путам? Что? При выстреле по опутанному врагу стрела раз... Ну это слишком много... Ну не то, что слишком много, но это много условностей, что ли. А это что у нас? Нажмите R при натягивании лука, чтобы создать стрелу с тленом. Лук Кены выпустит могучую стрелу, пронзающую врагов насквозь. Вот это я, пожалуй, хочу. Потому что луком мы пользуемся много. Вот это... тоже, наверное, хочу. Потому что оно будет хорошее комбо с вот этим. Можно сразу одного врага запутать. И выстрелить по нему вот этим. Это 200. Это 3 сотни. Да, давайте. И вот это, пожалуйста.
А вот это требуется уровень тлена 3. Для этого мне еще нужно 6 недоросликов найти. Я думаю, их найду. Это что у нас будет? Кена может выпускать 6 стрел, прежде чем лук. То есть плюс 1 стрела, по сути. Вот я сделал плюс 1, и тут еще будет плюс 1. Ты у нас... после парирования... Прочность щита. Щит я не хочу, им вообще не пользуюсь. А прыжок... В прыжке нажмите, чтобы провести разрушительное... Вот, вот это еще хочу. Прыжком вполне можно. Все, немножечко раскидали очки. Больше нам вроде ни на что не хватает. Но и так неплохо. Тут у нас что еще будет? Требуется успешно парировать. Тут парирование и щиты. Окей, эта линия у нас полностью под щит. Потому что парирование, так понятно, тоже щитом проводится. И тут еще больше щита. Вот это я не думаю, что я буду качать. Очень сомневаюсь в этом. Я никуда не переместился. Я молодец. Зашел, прокачался. И все, все хорошо. Так, ну, похоже нам сюда. Центр деревни. Знаете что, ребятушки? Так, отстаны нет, погодите минутку. Я искал на кнопках, где же находится спринт. Оказывается, спасибо, разработчики, спринт находится на колесике мыши. Кто? Как это вообще произошло? Как это случилось в природе? Такие, а если персонажу надо будет быстро бежать? Ну, конечно, пусть он нажимает колесико мыши. Чуваки, shift. Shift. А колесико мыши теперь у меня прицеливание, что, в принципе, логично. То есть, вот так вот можно будет целиться. Хотя, знаете, что бы я сделал? Погодите, нет, можно еще лучше. Очень странно, я хотел поменять местами сильную атаку с правой кнопки мыши, но она не меняется, нельзя. То есть, если поменять теперь на колесико ничего нет, я вот на пятую кнопку мыши себе прицел поставил. Управление всрато, ну, чуть больше, чем полностью. И... А таб ничего у нас не делает, давайте, знаете, еще кое-что, секунду. Наконец-то переставил себе карту на... Наверное, сразу надо было это все сделать, а то я хожу, ною, надо было сразу перекидывать все управление. Итого я перекинул себе уже 6 кнопок. И причем, смотрите, на таб ты включаешь карту, а выключить ее на таб нельзя, это escape. У меня просто нет слов. Это... Ну, тут наши полномочия, все. Хорошо, дедуля, мне к тебе, давай поговорим. Теперь Таро покоится вместе с братом и сестрой дома, порча в лесу тоже исчезла. Я тоже так полагаю. Я знаю, что для Бенни и Саи настало время уйти со своим братом, но без них лес будет уже не тот. Мы выстраиваем связь с духами, которым мы помогаем, и это естественно. Естественно. Когда мы отдаем частицы самих себя, когда они уходят, но связь все еще остается. Путь проводника духов – путь одиночества. Если же ты желаешь дойти до горного храма, тебе еще придется потрудиться. Наша деревня жила удивительная женщина, искусный плотник. Она создала множество изумительных вещей. Ух, там какая стена сияющая сзади. Поищи ее, беспокойный дух, в полях за амбаром. Даром, за амбаром. Ладно. Маска Адиры. Понял. Это у меня сейчас эта маска будет автоматом одеваться, да? Да. Ясно, понятно. Хорошо. Погоди. Маска лисы. Маска совы. Маска... Вот эта вот, которая у нас тут сейчас, да? Ясненько, наверное. Я думаю, мне надо теперь приловчиться. Оп. Стрелять теперь так. Так, сюда пройти не могу. Здесь мне, наверное, придется... Да, сначала с этой маской все сделать. А, конечно, ходить можно только по дорожкам. Это ничего. Ладно, ничего тут, ничего. У ворот остался, прыжок остался, бег.
На бегу. Вот так. Все, понял. Хорошо. Так. Ох, как теперь на таб-то удобно. Я постоянно все эти серии кликал на таб, ну, чтобы карту открыть. И сейчас это стало прям хорошо. Так, ты меня пустишь или мне что-то еще сделать надо? Пустит, прикинь. Ну что ж, новая локация у нас. Это приятно, это хорошо. Поехали исследовать. Наверное, плавать на шифте мы так и не можем, да? То есть плаваем мы все равно очень-очень медленно. Привет, ребят, не ныряйте, тут ничего нету. Поэтому я все-таки избегаю плавания, потому что ну, тут ничего нету. Мне нужно как-то... Погоди. Нет, сильный удар тут тоже не работает. Хорошо. А этих... Эта штука явно светится. Но сделать я ей ничего не могу. Ладно. О, может, слушайте, удар в прыжке, который мы выучили. Нет, ясно. Ясно, хорошо. Оно там что-то светится, но это что-то мы не с ним ничего сделать не можем. Или даже не могем. Оп. Оп. Привет, ребят. Оп, фас. Деньги, 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 деньги. Все остальное, дребедень. Деньги тратить абсолютно пока что некуда, кроме как на шляпы, которыми не пользуюсь. Наверное, кстати, можно что-то купить, да? Что вы думаете? Тут телепортация. Хорошо. Телепортация. Отстань, блин, это очень все долго происходит. Просто чудовищно долго. Нельзя так. О, проклятый сундук. Да успокойся ты. В смысле, враги два? Блин, вот этот вот чувак меня бесит на самом деле. Не-не-не. Все, можно я свалю от вас? Мне это не нужно. До свидания. Вот этот чувак, который спавнит стрелялки такие, которые нужно сбивать луком, они мне не нравятся, эти чуваки. Я не хочу с ними драться. Лишний раз, по крайней мере. Понимаю, они мне будут еще встречаться. Но... Ну его нафиг. В этих сундуках, я так понимаю, все равно только деньги. А... Ну, мне 4000, мне оно нафиг не надо. За деньги тут ничего толкового. Скиллы за деньги не покупаются, поэтому они бесполезны. Ну, я имею в виду деньги. Хорошо, что здесь? Здесь нужно найти капельку, притащить сюда головастика. Где можно тут найти капельку? Я кругаля накинул, я молодец там. Хорошо, пойдем дальше. Туда я пройти пока что не могу, соответственно, но... Давайте посмотрим, что здесь. Почта. Почту духов сюда можно отнести. Надо запомнить. В эту воду прыгать нельзя. У меня сейчас с собой почты нету, да? Давным-давно искусственный мастер высек огромную статую в скалах на тропе воина. Искусственный мастер, тропа воина, скалы. Хорошо, поищем. Сундучок этот нам не сдался. Главное, хитренькие такие. Два врага. А то, что эти два врага спавнят еще кучу всякой мелочевки. Ну ладно, черт с ними.
Darkness. Ничего нигде нету. Они так появляются, начинают блестеть, и это кажется, что там что-то лежит, а на самом деле... Оу, а вы кто, ребят? А вот, кстати... Я увернулся! Ага, вы у нас хитренькие, да? Может мы... Может ты... Ну что за... Уворачи... Да... А, меня муха укусила. Хорошо, тогда все честно. Опа! Ясно, понятно. Да увернулся же, ну блин. Увернулся! Так, когда мне можно его отвлечь? Да ну, дружище! Ну так нельзя же поступать. Я тебя понял, сейчас. Поехали дальше. Мухи, не появляйтесь заново. Вернулся. Ова! Не твое. Вот и бесишься. Кинет. Это кидало! Ова! Попал. Да ну ты серьезно, я же в увороте был. Ты чё, дядя? Уйди. Так, надо его отвлечь. Ну-ну-ну-ну-ну, иди сюда уже. Да я в увороте был! Ты оленя кусок! Фига себе, у тебя рейндж. Фиг просышка, да, это вот отвлекающий маневр этот. Потому что вот он появляется, ты только собираешься нажать. До свидания. Только собираешься нажать на отвлекающий маневр. Они такие, а уже все, опоздно, уже все, надо было раньше. Блин, так он или работает, или не работает. Хватит вот этой фигни, пожалуйста. Так, вот это мне нужно
Вот куда? Ладно, пойдем разберемся. Вон туда точно мне нужно? Да, блин, оно двигается с разными скоростями. А вот тут оно не может просто залезть. Ну, это бесячий момент, это бесячий момент, бесячий. Ладно. Все, нормально? Отдай. Это опять же просто деньги, блин. Хорошо. Куда я могу этого головастика притащить? Могу вот сюда. А зачем? Ну, то есть, надо понять, куда и зачем его тащить. Опа. Это мое. Бесполезно, но мое. Я буду забирать даже бесполезные вещи, если они мне попадаются по пути. Так, это отсюда я пришел. Сюда мне не нужно. Сюда. Может, вот эту вот штуку, кстати. Я думаю, насколько мне энергии это хватит. Вот сюда вот я... Я сюда его, наверное, уже не дотащу. Это слишком далеко. А, ну тут... Все, я понял. В общем, вот та капелька, она находится так... Это вообще ни разу неудобно. Непрактично. Тыквы вырастают. Лезь, пожалуйста. Сюда. Сюда. Нет, и здесь это не работает, да? Наверное, дадут ачивку, если вырастить все плоды, но я этим заниматься не буду. Вот эту штуку мне, наверное, дадут или какой-то скилл, или что-то, чтобы я мог это разбивать по-человечески. В общем, ладно. Тебя куда, сова? Надо найти, куда сову тащить. Погоди, сюда мы не хотим. Можно сюда, кстати. Вот вторая сова. Там было «Притащи три совы, получи приз», да? Что-то такое было. Третья сова. Я еще не знаю, куда их тащить. Я просто пока что... А, вот сюда их тащить. Несите. Давайте чуть скорее, пожалуйста, ребят. Ну, это прям реально, они разбросаны очень далеко. Спасибо. Вот, за это экспу дают, хоть что-то полезное. Тащите сюда. Я же не могу пока что пойти к третьей, потому что если я отойду слишком далеко, они бросят и не потащат дальше. Вторая, вон третья. Не то, вот это. Пойдем. Надо пойти в обход, потому что там они не смогут спуститься. И потом надо взять вот эту капельку и притащить ее, наверное, я думаю, вот сюда попробовать. Шорткат открыть. Нет, не сюда, сюда. Это еще дальше. Давайте третью ставьте уже. И это, пойдем дальше. Классно. Динозавр. Я бешено рад этому. Вот это я же не смогу пробить. Ну-ка, давайте попробуем. И...
Я теряю полностью возможность крутить персонажем. Потому что управление остается... Короче, ладно. Я вам это не смогу толком объяснить. А, не. Не то. Никак. Тогда извините, а зачем оно мне здесь, боюсь спросить? А, нормально работает. Я думал, стрелять придется. Вот у нас вторая телепортация. Это мы через дорожку, я понял. Там у нас островочек. Очень все долго. Очень. Знаете, а просто оставить открытый нельзя. В общем, была такая штука, когда говорят, что ничто так не уничтожает ваши нервные клетки, вашу нервную систему, как медленный интернет. Так вот, все, что происходит в этой игре, происходит крайне медленно. Это такой, да хорош уже, да сработай. А вот, а они такие, нет. Эстонские разработчики... Нет, не в обиду сейчас эстонцам будет сказано, это стереотипы, я знаю. Эстонские разработчики. Так, хорошо. Это у нас... Что-то вытащит из воды. Но как мне это вытащить? Это должно сработать. А как оно должно срабатывать? Пока непонятно. Нет! Нет, оно же не зац... Ну, сделайте же зацеп здесь. Вот тут зацепы есть. Почему здесь зацепов-то нету? Ну, игра, ну, серьезно. Все, открой мне эту фигню. Это назад, если мне выйти, да? Потому что ж дверь закроется потом. Фигаси. А музыка здесь классная. Музыка есть прям хорошая. Тут опять вот эти камни, видите, большие, которые разбивать, непонятно. Это мое. Это ничье. Красиво. Офигенно красиво. Я удивляюсь, как люди... Ну, то есть, я понимаю, что разработчики до этого занимались исключительно визуальной частью, и они не делали игры, они делали именно анимации и визуальную составляющую, поэтому... Ну, у них хромает очень сильно игровая часть, но очень хорошо сделана визуальная часть. Но все равно, ребят, ну вы сделали такую красивую, офигенную игру. Могли же заморочиться, чтобы сделать ее еще и удобной. Ёлки-палки. О, ты кто?
ощущение, что этот камень сейчас схватит и мне в голову полетит. Да, это у нас, собственно... Тебе придется, потребуется больше силы, чтобы сдвинуть эту дверь. Поделись. Здесь очень давно не текла энергия, земля начала исцеляться. Это твоя работа? Меня зовут Кена. Я помогла Бенни и Сане освободить дух Таро. Я иду помочь плотнику. Ты ее знаешь? Она и есть плотник. Я знаю Адиру. Она была замечательным плотником. Мы вместе с ней нашли способ собирать энергию, текущую из горного храма. Гранаты! Она верила, что мы сумеем овладеть всеми богатствами нашей земли, чтобы деревня могла что-то там процветать, наверное. Увы, эта мечта рассеялась давным-давно. Вы все трупы уже, поэтому да. Мы только встретились, но я могу сказать... Тебе есть та же энергия, что струит через эти корни. Наверное, именно поэтому меня привлекло это место. Тебя привлекло это место. Вот этот пузырик. Если ты сосредоточишься, сумеешь собрать эту энергию. Да. Твоя бомба сможет вновь напитать энергией все старые механизмы в округе. Бомба. Нам нужно починить силовые механизмы, чтобы открыть проход. Погляди, там наверху, может, тебе удастся их запустить. Удерживайте, нажмите и отпустите, чтобы швырнуть бомбу. Типа сильная атака, я понял. Бомба ненадолго подбрасывает некоторые предметы вокруг. Понял. Помогите плотнику. Моя твоя понимать. А куда дальше? Ясно. Хорошо, я понял, как это работает. Так. А меня может этим завалить? Да наверняка может. Прикольно, что есть звуковое обозначение. Ага, меня оно трогает. А как? Ну то серьезно? Оно... А, может туда? Так. И вот так. Причем... Да! А, вот так и вот так, все, я понял. Причем она не цепляется за них, это отвратительно, она просто соскальзывает. Так. И туда я не могу запрыгнуть. И все, короче, и зашибись. Круто. Да, я прям в восторге. Нет. Вон там есть зацеп. Давайте попробуем. Так. Серьезно. Под разговоры и под действия есть... А, она срабатывает через время. Тоже хорошо. Это нужно комбинировать с другими. Ох ты ж, ё. Ты кто такой?
до свидания. Темнотища. Деньги, деньги. Так, а зачем я это все? Ну-ка, что это? Почта духов. Отлично. Отлично. Мы знаем, куда это нужно отнести. Может, кстати, сходить? Ладно, подождем. Внизу теперь у меня добавился символ этой бомбы. Так. Так, вроде можно пройти. Я не пойму, тут ступеньки, не ступеньки, провал, не провал, что это? Реально очень темно. При том, что я сделал даже светлее рекомендуемого. То есть, ну, блин. Там... А вон там что? Ничего, я тебя понял. Работают. Окей. Это было несложно. Надо еще вторую такую же сделать. Неплохо, остался всего один. Да, согласен. Это очень даже very и очень даже nice. Не уп... Ну, в смысле, не упадешь. Не убьешься. Упасть-то оно упадет. Так, Затотора, через прицел все сделано. Собрать. Да, чувак, ты реально прожил под камнем все эти годы. Ну, просто как это выражение. То что, прожил под камнем. Так, бесит. Взорвись. О! Ну почему ж ты не цепляешься-то за них? Почему? Кто это придумал? И тут, видели, я долетел, но специально сделано так, чтобы именно под зацепчик. Так сделайте зацепы во всех остальных местах. Ладно. Что у нас тут за место? Зачем это место здесь? Вроде незачем. Я сюда, значит, не пойду. Тут можно было просто пособирать всякую мелочь. Почту мы собрали. Я думаю, что, может быть, перед тем, как двинуться дальше, мы с вами пойдем, откроем, доставим почту, чтобы, ну, руки свободные были, так скажем. Стоп. А дальше как? Погодите. Но мне же туда. А что вы предлагаете? Это странно. Это явно просто съезд обратно, да? Нет, это файт.
психованный. Обойдешься? Все. Нормально. Тут ну, понятно, что новую механику предлагают именно пользоваться луком, бомбами. Все то, что здесь и было. Хорошо. Видимо, придется в обход все это делать. Открывайся. Я думал, деньги, а тут еще один пухлик. Отлично. Нам еще 4 нужные. Мы, в общем-то, в шоколаде. Так что все пучком. Тут что? Да-да, я. Выйди! Придавит! Ребят, я предлагаю тогда эту серию не затягивать. Давайте мы тут сейчас остановимся, а потом уже пойдем откроем второй механизм. Наверное, отнесем почту духов. Посмотрим вообще, как пойдет. Давайте пока что заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.